Итак, друзья, всем привет! Сегодня расскажу, как отключить автоплатеж в Сбербанке через приложение Сбербанк Онлайн. Бывает так, что вам в Сбербанке, вы заходите в отделение, вам подключают автоплатеж, который потом может стать неактуальным. Вы перешли на другое отделение там чего-то, либо перешли на другой интернет и так далее, платеж стал неактуальным. Итак, что сделать? Заходим в платежи и отключаем автоплатеж. Заходим в автоплатежи вот здесь вот. Соответственно, вот выбираем, вот здесь вот, допустим, у меня есть автоплатеж. Нажимаю в правый верхний угол сюда. И здесь вот есть три кнопочки. Отключить, приостановить, либо отключить, либо удалить. Вот, собственно, две точки. Ну, я так понимаю, что отключить, почему они не написали, непонятно. А здесь вот значок, значит, мусорь, то есть это удаление, и приостановление — это приостановление, понятно. Также, друзья, пользуйтесь. Надеюсь, вам видео было полезным. Всем пока, до свидания.